Если у тебя есть хобби, и ты с него не зарабатываешь от 100 тысяч рублей в месяц, то я не знаю, чем ты занимаешься, бро. Смотри, я забил в Ютубе нишу вязания. Я вот, например, не знаю людей, которые что-либо вяжут или вообще этим интересуются. Огромное количество людей готовы смотреть на Ютубе видео про вязание. 70 тысяч просмотров, 800 тысяч просмотров, 24 тысячи, 42 тысячи, 49 тысяч просмотров, 76 тысяч просмотров. И, бро, эти видео, они даже как бы особо не смонтированы. Люди буквально на камеру просто показывают, что они связали и как они это делают. То есть, бро, реально просто девушка поставила камеру на стол, нажала кнопку «Записывать» и начала вязать то, что она бы и так делала. Понимаешь? То есть она никакого дополнительного времени не потратила. И давай зайдем на пару из этих каналов. Вот, например, да, «Беспорядочное творчество». 50 видео, 6 тысяч подписчиков. В среднем видео набирают, ну посмотрите, 2 тысячи, 37 тысяч просмотров, 61 тысяча просмотров. И тебе абсолютно не нужно придумывать ничего, чтобы это снять. Посмотри, девушка поставила камеру над столом и без монтажа, ну она наложила какую-то картинку, да, тут слева, и все. И она делает просто свое хобби, занимается тем, что ей нравится. И как-то комментирует этот процесс. Это максимально просто, бро. Второй канал. Дальше. Школа вязания с Катериной Мушин. Бро, миллион подписчиков в нише вязания, бро. В нише вязания. Посмотри, видео тоже максимально простые, просто. Набирают, кстати, в среднем 2-5 тысяч просмотров, да? То есть, ничего сложного, видите? День назад, 4 дня назад, 5 дней назад, примерно каждые несколько дней они выкладывают новый ролик. И посмотри, опять же, просто стоит камера, и девушка без монтажа занимается своим хобби. И все, бро. И вообще ничего, никакого даже усилия прилагать не надо. И еще один канал, да, Серафима Смирнова. 500 тысяч подписчиков. То же самое. Вяжем с мамой. Вот у нее больше такой лайфстайл контент, да. Она как-то больше немножко заморачивается. Но зато и просмотры, смотрите, 30 тысяч, 85 тысяч, 62 тысячи, 100 тысяч просмотров. Бро, это просто, ну это реально взрывает мой мозг. Зачем ты на кого-то работаешь, особенно если ты это не любишь делать? Люди, им интересно вязание, они начали YouTube-каналы, и у них под 100 тысяч подписчиков, они набирают там несколько тысяч просмотров. И смотри, никто из них не продает ничего. То есть они реально просто занимаются тем, что им нравится. Вот эти вот, тут ссылка на блог, да, на блог, как вязать, и тут тоже бесплатные статьи. Вот это вот девушка, да, беспорядочное творчество, тоже как бы просто ссылку на Телеграм, ничего не продает, просто снимает свое хобби, буквально никак не монетизируя, потому что сейчас в России отключили монетизацию Ютуба, ну либо она очень маленькая. И бро, то есть ты в этой нише просто порвешь. Если тебе интересно вязание, начни YouTube канал. Просто можешь скопировать идеи. Да, даже не копируй, просто снимай, как ты вяжешь какие-то вещи интересные, да? И сними это на камеру и начни выкладывать. Начни выкладывать и все. И смотри, давай посчитаем просто математику, сколько ты сможешь зарабатывать. Вот, например, пусть у тебя на видео в среднем будет 3000 просмотров. 3000 просмотров на видео. Это средний показатель в нише вязания, бро. То есть это не так сложно. Просто снимай на камеру, да? Просмотр. Допустим, ты выкладываешь, так, просмотр, ты выкладываешь, ну давай скажем, 10 видео в месяц, да? То есть одно видео в 3 дня. Можешь записывать их в выходные, там, в свое свободное время. Неважно, просто занимайся тем, что тебе нравится, вяжи. 10 видео в месяц. То есть получается у нас сколько? 30к просмотров в месяц, правильно? Теперь давай предположим, что 0,1% этих людей, которые смотрят твое видео, они перейдут на твой сайт, да, где у тебя будут продажи курса по вязанию, собственно, да? То есть 0,1% от 30к, это у нас сколько получается? Ну, 3, получается, сколько там? 30 человек, да? То есть 30 человек в месяц заинтересуются твоим курсом по вязанию. Пусть ты, допустим, еще как бы из них купит всего лишь 10%. Твой курс. То есть 10% покупает твой курс, получается, что 3 человека. И средний чек у тебя на курсе будет. Средний чек, это по рынку сейчас в инфобизнесе в среднем продают курсы от там 50 тысяч рублей. То есть пусть будет 50 тысяч. То есть ты заработал 150 тысяч рублей, бро. Внимание, внимание, просто послушай меня. Потратив 3 часа в неделю на запись видео,
создав свой веб-сайт, за один день ты можешь там его заказать у кого-то за 5000, бро. И курс ты можешь даже не разрабатывать. Просто скажи, бро, вот курс, я тебе научу всем материалам и так далее. И курс это будет, как ты будешь просто созваниваться с людьми и объяснять им, как ты это делаешь. То есть не нужно там записывать уроки, какую-то студию снимать, писать какие-то тексты, делать домашки. Нет, бро, просто связывайся с людьми несколько раз в неделю на Zoom и объясняем, что ты делаешь. И в будущем, конечно, ты можешь это автоматизировать и сделать автоворонку, да, которая будет твой курс продавать, и ты вообще ничего не будешь делать. Ну, бро, скажи мне, вот 150 тысяч в месяц, занимаясь своим хобби, не тратя дополнительно никакого времени, тебя это не устраивает, бро? Ты сейчас больше зарабатываешь, скажи мне? Ну, если да, окей, но если нет, то как бы почему бы и нет? И тебе достаточно, чтобы вот дойти до такого уровня, ну реально месяц, два, три, все, это максимум, бро. Просто начни это делать, начни сегодня, завтра, не откладывай. Когда ты это начнешь, ты начнешь набирать критическую массу, и все, у тебя видео больше и больше будет набирать просмотров. Также выкладывай короткие видео там. Если лень тебе монтировать, да найми какого-нибудь чувака там за 10 тысяч в месяц, тебе человек будет монтировать Скворка, допустим, да, твои короткие видео и выкладывать их в ТикТок, в Инстаграм, в Телеграм-канал тоже можно это делать. И все, бро, ты можешь даже то, что ты вяжешь, продавать на Авито сразу же за несколько тысяч и таким образом уже окупать все свои затраты, бро. То есть просто поменяй свое мышление, как бы перестань быть потребителем, опять же, стать продюсером. Если тебе что-то интересно, другим людям тоже это интересно, и поверь мне, они готовы будут тебе за это платить. Будут готовы большие деньги, ты даже не думаешь. И, бро, это не сложно, это не сложно, это просто. Занимайся своим хобби. Я желаю тебе большого заработка. Это просто взрывает мне мозг, бро. Успехов!